Как работает измерение пульса на часах Amazfit Smartwatch? Пролистываем до пункта измерения сердцебиения и начинается измерение пульса. Оно субъективно идет чуть-чуть дольше, чем на Mi Band 2. Здесь отображается текущий пульс и можно провести исследование. Все на китайском, но я помогу вам перевести. Здесь нужно выбрать, в каком состоянии вы находитесь. В спокойном или занимаетесь спортом. Я просто сижу, поэтому выберу чашку с чаем. Здесь спрашивается, как вы себя чувствуете? Хорошо, устал или болею? Я чувствую себя неплохо. Какое у вас настроение? Просто великолепное. И здесь показывается небольшой анализ вашего здоровья. Вот так.